Ребята, всем привет, это новое видео по футболу. Италия против России. Так остановились на этом моменте. В прошлый раз. Так, лови пасик. Чего? Опаньки, сейф. Гол! Гол! Ауч, ауч, аут. Лови пас. Лови. Нет, а как? Почему никто не ловит мяч? Давай! Молодец! Что это за вратарь? Такого невозможно пробить! Так, чек, чек, чек. Чик. Чик. О, отнимаете! Ура, я забегал! Я молодец, да, я молодец! У меня мяч. Чик, 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 чик. Братар, уйди! Братар! Ну, я говорю, уйти! Я забегал! Тоже выйдите, блин, синие, белые, итальянские, Италия, люди, итальянские. Чик. Ура! Мне кажется, у меня было 20 миллионов попыток. О, туда? Давай! Повезло. Хорошо, спасибо. Давай! Невозможно. Чик. Чик, 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 чик. И я точно не забью гол. Ну так и знал. Ну так и знал. У меня. А, у меня головы. Ребята, а за что мне это? Наверное, вратарь у них пресмедный. Вот как он защитил мяч. Ты мог быть не так много есть, чтобы ты был вот таким маленьким, как эти полоски.
и пролезть, чтобы он не успел взять тебя. Мячик, мячик. У меня такие тебе вопросики. Летаешь тут, под ноги всем, мешаешь тут всех под ногами. Пристаешь? Вот мяч, я тебе говорю, ты плохой. И же чуть-чуть укатился туда. Чик. Чик. Ук. Мяу. Мяу. Так. Да я забил этот, блин, мяч. Гол. Гол! Наконец-то! Наконец-то я прошел этот уровень. Невозможно. А что это такое? Следующий уровень, надеюсь? Число одинаково. Что? Тут все время свое потратить. Вот не. Мне все жаль. Хорошо, ты все забыл. Гол! Ура! Меня тренер обнимает! Чик! Чик! Так, немножко. Тут... мяч. Ура! Хорошо, хоть от головы, а не откуда-то. Так. Чак. Я прошел. Повезло. Россия какая слабая. За что мне это? Чик. Как? Чик. Куда? Так. О, ребята, вы видели? Сразу две звездочки. Наконец-то! Ра-т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 а-
Да, так легко. Спасибо, это так легко. А Германия против России. Дайте. А, сумку дают. Давайте. Сумку. Мы же тут выиграем, точно. Тик-тик. Чик-чик-чочек. Чик-чик-чочек. Я говорил же. Ты ни с тем не обнимаешься. Со мной надо. Куда? Точно не с тем обнимается. Он забил гол? Там для всех? И что? Ребята, это точно без вариантов, я перепутал. Я говорю, мы выиграем. Мы не выиграли. Что? Германия 3, Россия 2. Вот, я иду с тренером. У меня тренер поддерживал. Да мы проиграли. Спасибо. Пятый сезон, ребята. Только не это. Может, не буду выбирать. Италия, Англия, Испания. Марито. Устанься Марито. Эй, да, поменяю. Спасибо. Тут... Ребята, вы видите это? Сотая. Погнали. Еще два уровня, ребята, и заканчиваю. Этот ролик слишком короткий получился. Как всегда. Прошли сегодня половину карты. Почему сразу? 1, 2. Так, тик. Мячик. Мячик. Ведем. И сюда. Гол. 2-2. Ура, 2-2. Это зато легкий. Последний. О, это за кубок. Мы должны выиграть за кубок мира. А что-то мы, наверное, не выиграем, как мы играем. Но мы хоть подходим и к ворота. Они нам вообще не могут подойти. О, молодец, молодец, без... дразни наших врагов. Тик, тик. Они все-таки нам забивают гол. А, да, они забили гол. Шу. 1-1. Зря ты их веселил. Сай, бани, пол. Ура, мы выиграли. Барселон. А, я перешел за бушку. Мариту. Опанки, ребята. Мы точно на этом не будем заканчивать. Ребята, вы видите? Число. 222. Все, 22. Я русский. Мы должны пробить. Мариту, какой я был... В пятом сезоне я в Марите был. В пятом сезоне я за Барселон. Давайте посмотрим, кто сильней. Как мы попробуем обыграть. Так, мои напарники, насколько вы были мощные, сейчас посмотрим. О! Сразу видим. Как видим? Нет. Пока нет. Прикинь, я такой забиваю. Ну, значит, это так себе, Марито. Что, я забыл? Ну, мы проиграли 1-2. Вот
чё? Знаешь, это друзья, а музыка всё. Да, что вы делаете? Тренировка, ну давайте. Пройдём тренировку и заканчиваем. А как? Невозможно. Правда, было на бездали невозможно. Тут точно невозможно. Чё? Ты написал сейв или на самом деле не сейв? Но невозможно, наверху написано. Невозможно. А я забил даже с первого раза. О, невозможно точно. Уровень завершён, ура. Ребята, я не знаю. Ну, давайте сюда будем заканчивать ролик на 90, ну, именно число, где есть цифра 5. Ну, давайте. У нас всегда такое будет. Что мы прошли? А, 804 уровень, а это 805. Последний уровень. Будем туда, наверное, быть? Нет. Не жалко. Было весело, если было. Можно. Чик. Воу. Я забил гол именно я. Что там делаю нож? Наш. Пропущенный мяч. Вот ты возьмешь мяч? Вот ты возьмешь мяч, надеюсь. Давай! Не взял, не взял. Плохой мальчик. Так, так. О, блин. Вы туда же идем, вы куда идете? Зачем вы наши ворота не идете? Вы что, хотите нам забить? Да что вы делаете? Чего вы там не можете подойти? Что вы подсуетить? Что хотите делать? Сто пасов? Пасов? Чё? Зачем нас выкинул мяч? Что тут творится в игре? Я сам не понимаю. Тут вертушки делают. Мячом управляют. Что они тут делают? Наконец-то. Хоть до суда добрались. Ну, немножко там хоть побыли. Наконец-то! Вот тут не возьму уже я. Что? Нет! За что? Это невозможно уровень, ребята. Походу, мы и на этом будем заканчивать ролик. Но мы это не пройдем. О, пока тут болтам, мы уже забили гол.
Так. Зачем вы это делаете? Какой? Ау! Иду головой! Ты не голова, это отворот. Ты чё? Разработчики! Разработчики! Вы можете сделать обновление этой игрушки! Потому что добавить здесь новые слова! Аут, отворот! Еще что? Угловой! У нас должен быть угловой! Ура! Забили гол! Это было 15 минут, ну все быстренько проходили. А теперь половину время потратил на этот уровень. Невозможно, ребята. Кто согласен? Напишите комментарий и поставьте лайк. Кто согласен, это невозможный уровень. Наконец-то! Я забью. Офсайд? Какой офсайд? Хоть про него они не забыли. Разработчики. Реально, не нужен момент был офсайд. Вот разработчики почему-то про него не забыли. Уже забыли. Забыли. Я забил этот гол. И прошел этот уровень. Разработчики меня не пощадили, добавили этот офсайд, теперь я не могу это пройти. Чё? Зачем это сказал? Наверное, лучше я его сказал. Ну что бы вы завели, о? Так, мы ничего не получаем. Ребята, всем пока-пока.